Мурманские КВНщики внесли свой вклад в озеленение любимого города. На базе молодежного центра гражданско-патриотического воспитания ребята высадили деревья. И, как обещают веселые и находчивые, они продолжат ухаживать за ростками и проведывать своих новых подопечных. Веселые и находчивые озеленяют заполярную столицу. Герман Иванов вместе с командой КВН посадил 3 ивы, рябину и березу. Палисадники молодежного центра на Бандарной улице. Дарья Анатольевич, ты же понимаешь, что вот за этим деревом надо будет ухаживать отдельно. Оно пожалуйста, живет... да пускай оно выживет, мы приедем в августе за хотя ним. Хотя бы оно. Ростки надо было пересадить по постановлению администрации района, ведь они росли возле забора, который собирались носить. Теперь молодые деревья находятся под шефством КВНщиков. Мои друзья, вот, видимо, не в первый раз это делали, а я, честно говоря, в первый раз. Впечатление масса. На самом деле, это оказалось, во-первых, не так сложно, как кажется, сажать деревья. Но на самом деле, мне кажется, самый простой этап позади. Сейчас, видимо, нужно за ними еще будет ухаживать. И нужно, чтобы они подросли. Мы за этим будем стараться присматривать. Мурманск продолжает преображаться к столетнему юбилею. В областном центре обновляются парки и скверы. Высаживаются деревья, украшаются клумбы. Озеленение стало одним из важнейших направлений программы «Мурманск. Город чистоты». Работу властей поддерживают и жители города, которые участвуют в ежегодном конкурсе «Мой зеленый город. Мой уютный дом». Прием заявок завершился 8 июля, а итоги конкурса подведут в конце октября.